В качестве подарка ко Дню области жители двух тюменских многоэтажек получили благоустроенный двор. Новую площадку принимали сами жильцы. Работы велись на улице Монтажников в рамках программы, которая входит в нацпроект «Жилье и городская среда». Какой будет территория, решали жители. Они определяли количество парковочных мест и размер детской площадки. Теперь рядом с домом есть не только игровая, но и большая спортивная зона. Изначально сам проект был согласован с жильцами, и я думаю, что жильцы будут рады не только в этот праздничный день, но и несколько еще лет будут пользоваться тем созданным пространством. И, конечно, здесь была синхронизированная работа вместе с управляющей компанией. Мы видели, как обновились не только сама территория общедворовая, но и под пандусы, но и под входные группы самих подъездов. Совершенно другой облик приобретает сам в целом квартирный дом. Поэтому вот эта традиция, которая у нас есть, комплекс подходить к благоустройству дворовой территории, она сегодня полным образом соблюдена. Всего в этом году в рамках комплексного благоустройства в порядок приведут 52 тюменских двора.